Всегда легче рассказывать о торжествах и юбилейных мероприятиях. Однако есть и не совсем приятные, сложные темы. Одна из них – проблема семей, находящихся на контроле инспекции по делам несовершеннолетних. Так ли по-своему несчастны все несчастливые семьи, мы узнавали в совместном рейде сотрудников полиции и соцслужб. Межведомственный рейд субъектной профилактики проводится по семьям социального риска и в отношении которых сотрудниками полиции составлялись протоколы, особенно по правонарушениям несовершеннолетних. Проблем много, решение некоторых под силу сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. В других ситуациях без желания самих граждан в лучшую сторону ничего не изменится. Где-то есть проблемы, люди с адреса на адрес переезжают, как вот убедили сегодня, несколько адресов посетили, а люди уже съехали, приходится искать, проводить мероприятия по установлению, так как где-то не прижились, переехали, могут опять начать злоупотреблять алкоголем. Вот, поэтому как бы эти семьи в банке данных постоянно контролируются. По одному из многих адресов перед нами предстала шокирующая картина. В доме, отключенном от воды, света и отопления, дверь в квартиру была открыта. Видно, что здесь кто-то жил. Оказалось, что хозяйка квартиры спокойно спала в соседней комнате. А куда ребенок придет? Ребенок у меня в интернате. Ну, а завтра она куда придет? Домой. Сюда? Да. Здесь завтра будет уже минус 17, как на улице. Главное, что ребенок ночует не в заброшенном доме. Будем надеяться, что переезд на новую квартиру все-таки состоится. Сегодня заезжали на адрес. Есть возможность переехать, но гражданка опять в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок, правда, в интернате на круглосуточном пребывании, на выходные приходит. Но в силу того, что она пьет, организовать ее перевести проблематично, хотя ей администрация выделено жилье. Несколько десятков адресов должна пройти комиссия этим вечером. На контроле инспектора по делам несовершеннолетних семьи, в которых родители забыли об обязанностях правильного воспитания своих детей. Также не остаются без внимания подростки, совершившие проступки перед законом. Александр Воеводин, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.